вами Юлия Шишкина, и это мой блог «Буги-вуги пиано». Сегодня у нас третий урок по буги-вуги, и мы разберем уже целую фразу в правой руке, с помощью которой мы потом будем придумывать классный соло. В первых двух уроках мы разобрали уже левую руку, разобрали, как совместить правую с левой, разобрали аккомпанемент в правой, и кто не смотрел, обязательно посмотрите, они будут в ссылке в описании под этим видео. Итак, поехали! Фраза очень простая. Показываю все в до мажоре. Сложность заключается только в том, чтобы сыграть вот это вот украшение форшлаг. А в буги все играется одним пальцем. То есть мы берем второй палец, ставим на ре диез и вот так вот соскальзываем на ми, еще прихватывая ноту соль при этом. Если бы мы были классиками, мы бы сыграли вот так. То есть двумя разными пальцами. Но в буги это не круто, это будет не по рок-н-ролльному, поэтому все играется одним пальцем, все эти украшения. Вот, еще раз, значит, ре диез, сползли на ми. То есть тупо это у нас до мажорное трезвучие. Потом терция фа-ля. И опять ми соль. Вот и все. А теперь с левой совместим. Фраза начинается из-за такта. То есть вот эта нота до у нас приходится на 4 и. 4 и раз, и два, и три, и четыре. И раз, и два, и три, и четыре. Вот, то же самое мы играем от фа. Соединяем с левой. И опять возвращаемся в до. Не показала вам медленно, в соль то же самое. Трезвучие, значит, ля диез и соскальзываем на си. Вот, и один раз фа. Таким образом отрабатываем. Это у нас упражнение, то есть мы играем весь квадрат, эту фразу от каждой ноты, там от до, от фа, от соли, от до. Это как упражнение, то есть весь квадрат мы так играть не будем, потому что это звучит скучно и неинтересно. Вот. Пока мы просто отрабатываем, и в следующем уроке я вам покажу, как эту фразу можно ритмически, мелодически разнообразить, и уже на основе ее можно сыграть целое соло. Как мы это дело отрабатываем? На первом уроке я говорила, что в идеале, если у вас есть какой-то секвенсор, какая-то музыкальная программа или синтезатор, включить ритм шаффл. Я показывала, как сделать на айфоне, у меня GarageBand, там просто берете ритм шаффл, ставите нужный темп и в этом темпе отрабатываете. А для Android наверняка тоже есть какое-то приложение типа GarageBand, если вы знаете, как оно называется, пишите в комментариях, я думаю, это будет всем очень полезно. Вот, значит, ставим ритм шаффл и под него двумя рученьками вот это вот все отрабатываем. Все. Большое спасибо за внимание. С вами была Юлия Шишкина. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео, которое очень скоро уже выйдет. Мы снимали это видео в магазине Мусторг на Краснохолмской набережной. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, конечно же, и писать комментарии, чтобы я видела вашу обратную связь и учла все ваши пожелания. До скорых встреч. Пока!